Дордо Ибраимова, первая улица, дом 32. Бригада скорой вновь спешит на помощь. В службу 103 поступил очередной вызов. Человеку плохо. Предварительно известно. У него недомогание и одышка. У скорой. Алло, здравствуйте. Скорая помощь. Мы сейчас рядом с 32-м домом. Это где магазин в реке? Включены мигалки и сирена. Задача медиков как можно скорее добраться до места назначения. Ехать нужно в сторону рынка Дордой. В ночное время с этим полегче. Машин мало. Через несколько минут бригада уже на месте. Мы находимся у въезда со стороны Дордоя, возле бани. Выяснилось, что здесь никто скорую не вызывал. Медикам опять назвали неправильный адрес. К путанице с номерами домов и улиц вокруг Дордоя врачи уже привыкли. Водитель скорой и человек, вызвавший ее, по телефону долгое время не могут понять друг друга. В поисках заветного дома бригада колесит еще около 20 минут по улочкам новостройки, пока на одной из них, наконец, не появляется подросток. Он и покажет, куда надо ехать. Один, два, три, четыре, восемь. Между адресом, который нам назвали, и домом, где пациент ждал нас, 8 улиц. На место, указанное диспетчером, мы добрались быстро. То есть, видите, да? Назвали один адрес, а пациент ждет совсем в другом месте. Руководитель этой бригады – 26-летний Бабур Рахманбердиев. Молодой врач за 2 года работы в скорой, говорит, повидал разное и обучился многому. Бабур, кроме работы в скорой, учится еще на 2-м курсе ординатуры. В этом году оканчивает. Обучение в итоге, если сложить 6 лет учебы в ВУЗе, продлилось 8 лет. У женщины в крови повысился уровень глюкозы. О себе, как выясняется, напомнил и хронический бронхит. Врач сделал укол, дал таблетки. Теперь больному нужен покой. Родственники пациентки врачам высказывают, что ждали их 2 часа. Слышать такое медикам не впервой. Объяснять, почему так долго ехали, уже нет времени. Надо спешить на следующий вызов. Больных можно и нужно понять. Когда человек очень плохо, а помощь никак не доедет, не до любезностей. Но в том, что люди вынуждены ждать приезда скорой порой часами, медики не виноваты. Например, в городе есть 150 машин, а бригад, если я не ошибаюсь, всего 35 или 38. Город с каждым годом растет, растет численность населения. Вызовов много, мы не успеваем. На миллионный Бишкек всего около 40 бригад скорой помощи. Состояние медицинских карет – это вообще отдельная история. Техника вся устаревшая, и технически, и морально. Одним словом, проблем в скорой немало, но кого это волнует? Во-первых, мизерная зарплата. Во-вторых, нехватка врачей в скорой помощи. Мы же сейчас видим, какое внимание уделяется кардиологии и онкологии. Огорчает то, что в скорой помощи нет такого внимания. На следующий вызов бригада приехала практически без опоздания. Водитель хорошо знает этот адрес. Пожилая женщина часто вызывает скорую. Ни давление, ничего не поднималось. А теперь на тебе. Ага. На осмотры каждого пациента по вызову уходит 30 минут. Если состояние тяжелое, больного везут в стационар. Работа 24 часа в сутки. Перерывов на обед в скорой практически не бывает. На трапезы в кафе первых времени нет. Да деньги в кармане позволяют лишь скромные перекусы на ходу. Большинство работников службы – молодежь. Многие на этой работе не задерживаются. Я работаю на полставки, то есть оклад 2500 сомов. Есть еще прибавки там за дежурство, в итоге на руки получают до 5-6 тысяч сомов. Конечно, этих денег не хватает, трачу только на самое необходимое. За каждой каретой следят из центральной станции. Если кто свободен, тут же отправляют на вызов. Дежурство этой бригады. В ней 2 врача и 1 водитель. Заканчивается с рассветом. График работы сутки через сутки. Кажется, вся жизнь проходит в этой машине. Команда Бабура Рахманбердиева отправилась к еще одному больному. Тот ждет медиков уже долго. Когда от него поступил звонок, свободных бригад не было. Видимо, придется еще раз выслушивать возмущение родных пациента.
Нехватка машины врачей, зарплата максимум 10 тысяч сомов. Скорая помощь давно сама просит помощь. Прежде всего от государства. Но врачи продолжают работать, перекусывая на ходу и выслушивая возмущения пациентов и их родных. Хорошо, если больному не грозит опасность. Пусть приехали позже, зато приехали, оказали помощь. А что, если человек так и не дождался неотложки? Как в этом винить врачей? Суббота тоже рабочий день у нас. Плюс аксиметр. Тактаган, дай что-нибудь, кашу или мальчика. Гульбада Малиева 8-й год работает врачом в Республиканской клинической инфекционной больнице. Койкалар бизде азыр бош. Койки сейчас у нас свободные. Утром еще были заняты. Многие выписались. Бывает, больных очень много. Приходится, к сожалению, их размещать в коридоре. Наплыв пациентов, как правило, в сезон вирусных заболеваний. Палаты заполняются. Не принять больного с вирусом, сетуя, что нет мест, нельзя. Приходится размещать их прямо в коридорах. Иногда было тяжелые больные, халтеркетовались под наблюдением. За тяжело больными закрепляем человека. Когда наши пациенты, вылечившись, уходят домой, мы думаем про них. Мы же ответственны за их здоровье. Работа нелегкая. Начинается в 8 утра и до самого вечера. Разговор о зарплате здесь больная тема. Впрочем, как и о всех больницах. Алиев рассказывает, что за 8 лет работы здесь зарплату не поднимали ни разу. Оклад у меня 5 900 – 6 000 сомов. Там еще за выслугу лет, за вредность. Итого все вместе доходит максимум до 11 тысяч. Врачи говорят о проблемах инфекционки. Наверху все прекрасно знают. И в министерстве, и в правительстве. Обещают построить новое здание. Оборудовать всем. Говорят, уже готов проект. Деньги на него готовы выделить в кредит Корея. На 40 лет. Наши пока думают. Специально перед собой повесил. Смотрю и надеюсь, что рано или поздно и у нас такое будет. Большая, современная, оснащенная больница. Вместо убогих помещений сталинских времен. Мечта, говорит главврач инфекционки Гульджигит Алиева. До 2002 года больница была на 600 мест. В то время в Бишкеке было 700 тысяч населения. Потом сократили 400 мест. Но Бишкек увеличился. Появились десятки новостроек. А наша больница обслуживает всю республику. Текучка кадров, говоря языком самих медиков, стала хронической, как и в других сферах. Уровень зарплаты диктует на качественный состав врачей. Лучшие в госбольницах много не работают. Таких сразу же забирают к себе клиники зарубежные или частные. У нас есть отличные реаниматологи. Насколько я знаю, их обучили в Корее. Но мужчине надо кормить свою семью, не было у него других возможностей, и он уехал в Россию. Сейчас не так много, а так в основном их больше в 3-4 раза. Бывает, что негде ногу поставить. Чем больше больных, тем выше риск заражения. Национальный центр охраны материнства и детства. В длиннющих очередях практически к каждому кабинету стоят мамы с грудничками, папы с малышами. Хотела взять талон, говорят, только на пятницу, но мы не можем ждать до пятницы. Мой ребенок нуждается в помощи. На всю больницу один невропатолог, один педиатр. Неужели нет больше специалистов? С раннего утра сидим здесь, мучаемся. Цифровизация сюда дошла, пока, кажется, только до коридоров. Взяв заветный талон с номером в очереди, не факт, что врач примет тебя сегодня. Пока мы ехали с Карабалты, талонов не осталось. Теперь, говорят, приходите в пятницу. У нашего ребенка приступы. Пришел в себя через 3 часа. Хотели уговорить, чтобы нас приняли без очереди. Не хотят? Бесконечные. В полумрачных коридорах очереди. Кажется, не закончится еще не скоро. А был корпус?
А вас туда или греть? Новый корпус нужен как вода и воздух. В принципе, мы хотели здесь открыть детское отделение кардиохирургии. По статистике, у нас большая смертность среди детей с сердечными заболеваниями. Медучреждение строить начали еще четверть века назад. Выделенных тогда денег хватило только на пол здания. Остальная часть стройки так и стоит. Бюджет обеспечивается кардиохирургический. Балдардың кардиохирургия бөлімі, анан кардиореуматология бөлімі деп. Нам обещают все время, что деньги вот-вот выделят. Обещали, что продолжим стройку в этом году. Просили все бумаги и документы. Верим ли? Ну да, а что нам остается? Здание, кстати, пришлось потом отвоевывать через суд. Оказывается, его умудрились продать. Судебные разбирательства длились 3 года. Суд в итоге решил, что здание принадлежать должно Минздраву. Для завершения всех строительных работ нужны еще порядка 60 миллионов сомов. Последний раз, говорят, выделили 12 миллионов. 8 лет назад. А потом забыли. На первом этаже будет только приемный блок, на втором – кардиореаниматология, кардиохирургия, на третьем – операционный блок. В принципе, 60% здания уже построено. Недостроенный корпус Центра охраны материнства и детства последние 8 лет охраняет Абдимаджид Юлдашев. Сюда его привела болезнь его ребенка. В 2012 году ему сказали, что его младшему сыну нужна пересадка почки, и он отдал свою. Я думаю, любой папа отдаст свою почку своему сыну, кто бы ни был. Как можно что-то жалеть для своего ребенка? С сыном сейчас все в порядке, работает в отрасли IT-направления. Сам отец тоже не сидит без дела, живет во Времянке, прямо здесь, на строительной площадке. Заодно охраняет территорию и знакомит с ней приезжающих сюда разных чиновников. Большие начальники бывают приходят. Я был охранником, когда сюда Джантурос Атабалдиев приезжал. Я здесь был, когда потом Сапар Исаков приходил. Когда Абулгазиев приходил, я тут был. Ну что сказать, приходят, смотрят, обещают, и все на этом. Абдимаджид хочет сразу же уехать на свою малую родину, Джалабад. Говорит, здесь его больше ничего не держит, кроме невыплаченной зарплаты за 2 года. У меня в селе есть дом, земля. Как только получу свои деньги, сразу же уеду. Мне правительство задолжало зарплату за последние 2 года. Рядом с долгостроем, кстати, строят еще 2 новых корпуса. Деньги дал Кювейт. $2 миллиона гранта на само здание и оснащение лечебных помещений. Стройка началась 3 месяца назад. Еще через 3 новые корпуса уже хотят открыть эксплуатации. И, наверное, перерезать красную ленточку построенного на арабские деньги здания приедет либо министр, либо сам глава правительства. Врачи ведь тоже хотят хлеба с маслом, но денег не хватает. Поэтому государство само их толкает на получение вознаграждений и взяток. По данным Статкомитета, здравоохранение входит в число самых коррумпированных ведомств. Можно ли осуждать врачей, если за свой честный труд они получают копейки? 6 миллионов человек обслуживают лишь 1500 семейных врачей. В 1995 году на 4 миллиона человек было более 4,5 терапевтов и педиатров. Население увеличилось на 2 миллиона, а специалистов всего 1500. Разве хватит? Поэтому у нас дефицит кадров 500%. Поэтому врачи то, что недополучают от государства, компенсируют разного рода неформальными сборами со стороны пациентов. Если одни это называют коррупцией, другие – вознаграждением. Ленин, оказывается, сказал, врачей накормит народ. Но простой народ сейчас сам едва себя кормит. Поэтому людям кажется, что врачи во всем виноваты, что врачи – коррупционеры и взяточники. По мнению большинства, врачи в Кыргызстане по квалификации не хуже, чем их коллеги из более благополучных стран. Но, кажется, по развитию и уровню инфраструктуры наша медицина, кажется, отстала лет на 30-40. Кыргызская государственная медицинская академия. Главная кузница врачей. Если экономист допустит ошибку, ее можно исправить, а наша ошибка непростительна. Рамис Карыбаев из Тюбского района Исыгульской области. Учится на 2-м курсе. А всего их 6. После окончания академии потом ординатура.
Рамис бюджетник, учится бесплатно. Контракт его сокурсников 55 тысяч сомов. Я поступил сюда, чтобы стать врачом, помогать людям, лечить больных. Это было моим желанием. Благородные намерения Рамиса, разумеется, похвальны. Через 6 лет, если все сложится, как он планирует, молодой врач будет принимать больных, выяснять, чем они болеют, и прописывать им лечение. Если ничего не изменится, получать за свой труд он будет всего 5000 сомов в месяц. Интересно, что он тогда скажет, когда получит их на руки? Кубатхон Шпекулу, Айбек Бибусунов, Диас Акимбаев, НТС.